Общественный контроль, готовность школ к новому учебному году сегодня проверяют не только специалисты сферы образования, надзорных и правоохранительных органов, но и родители и депутаты. Андрей Баев подробнее. 217-я школа в Кировском районе Новосибирска – одна из самых современных в области. Новейшие технологии, оборудование в каждом классе. Есть лаборатории для практических занятий по физике, электронике, 3D-моделированию, химии, биологии и робототехнике. Сегодня в рамках регионального проекта партии «Единая Россия» готовность школы к новому учебному году проверяют депутаты и родители. Самое главное здесь первое – не испортить то, что есть, а второе дело – это следить за этим и улучшать. Ну, что в принципе и делается. Руководитель здесь опытный, дети с любовью относятся к школе. В новом учебном году здесь будет 13 первых классов, а общее количество учеников – почти 3000. Школа переполнена. Жилмассив остро нуждается в новых образовательных учреждениях. Уже в следующем году в микрорайоне планируют начать строительство сразу двух новых школ. Необходимо максимально быстро построить эти две школы. Я 23 августа лечу в Москву на переговоры с ГК «Просвещение», кто концессионеры по строительству этих школ. Есть надежда, что до конца следующего года успеют их построить. Тогда это существенно, конечно, разгрузит в том числе это общеобразовательное учреждение. Ну и, в принципе, снимет вот эту напряженность, с которой сегодня вынуждены мириться. Депутаты вместе с родителями проверяют качество ремонта, организации питания, готовности учебного оборудования, библиотек, спортзалов, систем безопасности. Если будут выявлены недостатки, «Единая Россия» примет участие в их устранении. Те школы, которые сейчас уже не первый год работают, порой уже не одно десятилетие, это постоянная работа с ремонтом, с благоустройством. Часть школ требует ремонта фасада, часть школ требует строительства спортивных современных площадок, как уличных, так и ремонтов спортзала. Но у каждой школы есть индивидуальные проблемы. Безусловно, мы их все знаем и стараемся вот в контакте с муниципалитетом, с областной властью, с областными органами управления вот, как-то гармонично помочь всем школам. Что касается 217-й, то здесь нареканий нет. Общественный контроль готовности образовательных учреждений будет ежедневным. Андрей Баев, Александр Миняйло, новости ОТС.